Очень хорошо, что ваш визит проходит сейчас, по окончании наших парламентских выборов. Беларусь крайне заинтересована в выстраивании взаимоуважительных, добрососедских отношений не только с Европейским Союзом, но и с вашими государствами, Швецией и Финляндией. Для нас вы являетесь в определенном смысле образцом хозяйствования. Мы очень похожи на ваши страны, у нас схожая экономика и, самое главное, трудолюбивые, крепкие люди. У нас многое получается. У вас больше, у нас, может, пока чуть-чуть меньше, но я надеюсь, что вы нам подскажете, в каком направлении двигаться. Прежде всего, в экономике. В наших общих интересах, чтобы наш регион стал оазисом мира, спокойствия и процветания. Это главное. Будет это, будем богаты, будут жить нормально наши народы. Именно к этому мы стремимся, формулируя свои мирные инициативы и продвигая идеи, направленные на снижение напряженности и укрепление добрососедства. Очевидно, что такие подходы близки и вам. Недаром так называемая разрядка в 70-е годы получила название Хельсинки. Нам интересен передовой опыт Евросоюза во многих сферах. Но для начала нужно завершить процесс формирования договорно-правовой базы и подготовленные уже документы, договоры подписать. Желательно не ставить никаких предварительных условий, надо двигаться в этом направлении. Конечно же, переговоры, договоры – это долгий путь, это компромиссы, и коль мы уж выработали соответствующие договоры, пришли к пониманию того, что нам надо их подписывать и двигаться в этом направлении, то тянуть с этим не следует. Вы видите, что вокруг нас творится, и малое и среднее государство должны как-то ближе быть друг к другу, объединяться, если это возможно, для того, чтобы устоять в этом тяжелом, бурном мире.